Александр Сергеевич Пушкин, вурдалак. Трусоват был Ваня бедный. Раз он позднюю порой, весь в поту от страха бледный, через кладбище шел домой. Бедный Ваня еле дышит, спотыкаясь, чуть бредет по могилам. Вдруг он слышит, кто-то кость ворча грызет. Ваня стал, шагнуть не может. «Боже!» — думает бедняк. «Это, верно, кости гложет красногубый вурдалак. Горе! Малый я не сильный, съест упырь меня совсем, если сам земли могильной я с молитвою не съем». Что же? Вместо вурдалака вы представьте Ване злость. В темноте пред ним собака на могиле гложет кость.